Итак, мы продолжаем. Продолжаем смотреть матч между Ivy и HF. Победитель, как я уже отмечал, сохранит шансы на выход из группы в плей-офф. Проигравший турнир покинет. Для обеих команд это серии последние. 1-0 Ivy выиграли очень легко первую. Давайте смотреть, получится ли у них сделать то же самое на второй. Они снова играют через Луну, но в этот раз без Трента. И это значительная разница. Линия какая-то странная намечается. Луна-Бэйн. Я 100 лет не видел Бэйна на простыне. Ну, Бэйн так Бэйн. Бэйн пятерка, Эмбер мид, Тини четверка, какой-то оффлейнер, да, остался, по которым сейчас прошли HF. Они, в свою очередь, убирают Дарксира и Вайпера. Ну, Вайпер, ладно, Дарксира убрали. Вайпер, наверное, типа Тайтхантеру мешает по игре. И, возможно, их мидера закрывает. Ой, керри, в смысле. Не знаю. Дарксира банят обычно, когда хотят взять иллюзиониста. Здесь никаких иллюзионистов нет. Здесь снайпер всего лишь. Ну как всего лишь? Это тоже очень опасный герой для Луны. Не знаю, кстати, почему его не забанили. Мне кажется, даже морф не так опасен. Просто на этом турнире на морфах так себе играют, честно говоря. Но снайпер гораздо проще в управлении. И он точно так же комфортно себя чувствует против Луны. Но есть ловцы уже, есть Тини, есть Эмбер Спирит. То есть снайпера берут еще в не самые комфортные для него условия. И оффлейнер может какой-то появиться, который делает полезные вещи и в том числе мешает снайперу. Придумать оффлейнера, который выиграет линию снайпера, довольно сложно. А так драфт довольно мощный у HF. Это Пангольер в центр метовый, это Глобал есть от Сайленсера, это Трен с контролем через БКБ, это Тайтхантер с Рэвиджем ультимативным. Берется Худвинг, это кто в оффлейн пойдет, вопрос. Эмбер мид. Эмбер мид и неужто Тини оффлейн? Никогда не нравился Тини оффлейн, но если решили, значит будут играть. Этот драфт не смотрится так же убедительно, как предыдущий. А, ну или это белка оффлейн, да. Ну просто кьюб заявлен как четверка. А Бэйн сам по себе пятерка. Хотя могут поменяться. Ну ладно, сейчас мы в игре это поймем. У HF таких мудреных ситуаций нет. У них все стандартно. Хочу вам напомнить, что параллельно идет еще один матч. CyberCats против CyberUnion на канале Dota 2 Ruha. Поэтому туда тоже обязательно приходите. Переходите на канал и смотрите его. Этот матч все-таки он довольно важен. Там сейчас неважных матчей не осталось. Да, все встречи что-то будут решать в конце групповой стадии. Ну и также не забывайте, конечно, про предложение от Лиги Ставок. Страховка до 1000 рублей по промокоду Лига 2CL17. С
снова какие-то проблемы в самом начале. Это делаем. Переждем. К сожалению, не могут без паузы. Так хочется зайти в игру, откомментировать матч, в котором ни одной паузы не будет. Вот просто. Таких не существует. Худвинг у нас с топориком. Интересно. Сколько он там рейнджевику добавляет? 4 урона. Кажется, такая ерунда, если честно. Конечно, есть лимит на время паузы. Это 10 минут. Но бывают истории, когда команда соперника позволяет воспользоваться своей паузой, если вдруг... что-то идет не по плану. Плей-офф стартует уже завтра, к слову. Турнир у нас довольно быстро проходит из-за того, что в этот раз у нас нет бешеного количества команд в групповой стадии. Всего 7, а не... сколько их там раньше было? Две группы по 6, например, да? Поэтому всего 6 дней групповой стадии, сразу же плей-офф. Я не знаю, будет ли следующий сезон в этом году, пока такой информации у меня нет. Я не удивлюсь. Но там, возможно, еще один ивент будет, но пока 100% информации нет.
Не буду анонсировать. Время уходит, у ИЧФ. Так, все готовы, наконец-то. Наконец-то мы можем продолжить. Поэтому начинаем. Ну что, Чеф, надо показать хорошую игру. Ну, не как на прошлой карте. Здесь драфт мне у них нравится больше, чем на прошлой, и... возможно, даже больше, чем у соперника. Кстати, не знаю, кто был фаворитом. Не смотрел коэффициенты. Наверное, Айви, но, наверное, не сильным. Не будет у нас все-таки драки в начале игры. Ну, пятером, если бы шли, то у Айви хороший пик для того, чтобы убивать. У HF тоже неплохой. Но им издалека нечем цепануть, кроме Гаша. А Гаш, ой, как не всегда хочется качать в начале игры. Но он качал. А тут шрапнели умирает. Велка, ну, вышел на руну. Что-то так легко. Ванды руны поделят. Для чего это было сделано? Не знаю. Ну ладно, ФБ достается Пангольеру. Ну еще вот такая вот халява будет у Панга на старте игры против Эмбер Спирита. Это очень ранняя бутылка. Безумно важно. Ну и наблюдаем фармящую белку. В паблике этого героя очень любят. Покупают там всякие разные молнии. Глыбниры. Ну, на кор позиции, мне кажется, этот персонаж... не самый надежный. Он может там играть. Когда-то и в миде мы его видели, там от того же Топсона. Но, очевидно, герой не самый сильный, а в оффлейне, мне кажется, этот персонаж смотрится еще хуже. Так, вот сейчас напали на Трента. Ну, Трента... с Трентом размениваться по ХП — это не всегда круто. Все-таки Трент — это герой, который обладает уроном 100 единиц почти в начале игры. Еще и орбу феном себе купил. Тени тоже урона немало. Светка вот за 80. Снизу тем временем убивают. Убивают сайленсера. Вот если бы ФБ не отдали, сейчас бы ФБ Луна себе забрала. Как на предыдущей. Но Бэйн всегда считался сильным лейнером. И... он, может быть, нехорошо работает в комбинации с кем-то конкретно, но... вот сам по себе, самостоятельно, он готов зачастую размениваться по ХП с четверками. Отвлекать на себя внимание. Иногда даже 1 в 2. Но это чуть сложнее. Падение пошло на Худвинг. Шрапнель, шрапнель, шрапнель. И Худвинг хоть и выживает, но явно не кайфует на этой линии.
Это было предсказуемо. Вы берете худвинг в снайпера и автоматически отдаете этому снайперу фрифарм. Здесь невозможно ему помешать. Смотрите просто, как тает хп у Худвинг. Вот опять шрапнель. Плюс 2 скилла тронта, и все. И у тебя уже нет хп. Пара тычек буквально. Постоянно где-то рядом со смертью. Ходит. Это Худвинг. В центре. Ну, кстати, я рискну предположить, что здесь на скилле переигрывается. А Худвинг с третьей попытки все-таки забрали. На скилле переигрывается, потому что и на прошлой карте вы помните, как ДБ... Ой, ДБ... ДП... разрывала Таска. И вот на этой карте мы видим, что с самого начала Эмбер Спирит уже показывает лучший Нетворс, лучший Крипстат. И это несмотря на то, что у Пангольера-то Ферстблад был халявный. То есть, казалось бы, как там можно... уступать, но он уступает. Почти десяток крипов, и динает он поменьше. Он вообще куда-то вниз побежал. Неужели это ганг планируется уже на 5-й минуте, на 4-м левеле? Ну, там под вышкой луна. Ее он, наверное, и без пангольера убьет. Пангольер, ты не нужен. Бейна будет убивать. Ну да, здесь минус 2. Этого не ждали, точно. Галер получает левел 5 за счет этих фрагов. Но Эмбер Спирита уже 5.5. Под Галер надо телепорт нажимать. Луна возвращается на линию. Но Сайленсер очень неприятный герой. Против него стоять многие не любят. В самом начале этого патча Сайленсера значительно бафнули. Что даже пришлось немного поднерфить, да? В этом патче. Ну вот радиус понизили. Курсы, потому что на линии было крайне легко попадать по двум героям. Сейчас чуть сложнее стало. Это все еще возможно, но... Если раньше ты мог чуть ли не смотреть другую часть карты, просто кидать. Здесь надо постараться. Вот ЭЧФ выигрывает больше 1000. Снайпер фрифармит. Худвинг бесполезный герой пока что. Вот, когда ты линию проигрываешь, уже приходится вот так вот крипов отводить. Тут третий левел, здесь 5.5 левел. Ну, катастрофа. Луна не может пока похвастаться таким стартом. А снайпер... балдеет вообще на этой игре. На этой карте. А здесь перетяжка Тини получилась результативной. Удалось убить Сайленсера. Эмбер отводит крипов, чтобы его крипы немного вышку побили. Сайленсер возвращается на свою линию. Не стал придумывать что-то. Луна пока не готова уйти в лес, так как глаивы не вкачаны совсем. Аура в 3. И Луна совсем не пробивает Тайтхантера под дебафом. Бесполезно его бить. Надо думать только о своем фарме. Но никакой легкой игры для Луны здесь не намечается. Уровень 5. Он же себе Аркинбутс хотел купить. Передумал, да?
Хабер неплохо. Двух героев зацепил, продамажил. Но влетать, нападать он, конечно, не собирается. Там у Панга уровень 6. Можно очень удачно покататься. Во-первых, кстати, уровень 8. Дабл дэмэдж у Панга. Неужели они будут нападать на этого Пангалера? Не хватит же. Даже близко не хватало урона. Саппорты же совсем не дамажащие. В тени уровня нет. И в итоге Сайленсер приходит для того, чтобы напасть на Эмберспирит. Эмберспирит пока живет, но посмотрите, как ему больно. Это время крутил Спанга. Это третий фраг для него. Что-то неубедительное нападение было на Гальера. Еще из ДД. Ну, знали же, что там ДД есть. Луна потом будет фармить побыстрее, когда с глайвами пойдет в лес, там хотя бы второго, а лучше третьего уровня, чем снайпер. Снайперу для того, чтобы быстро фармить, необходимо купить то, что он, кстати, планирует. Это молнии и Mask of Madness. Два артефакта, ускоряющий фарм. Здесь сайленсер. И тут Пангальер в том числе. И вот уже не знаешь, хочется драться с этим сайленсером или нет. Луна... все-таки фраг делает. Тиммейта, правда, потеряла. Из плюсов для Айви у них очень сильно начал Эмберспирит. Несмотря на смерть, несмотря на 0 киллов, у него первый фарм. Ну, лучше крипов добивал в центре, намного. В топе. Топ Трента не убили. Но, возможно, с Эмберспиритом получится. Получилось, правда, не снайпера. И руна повезет? Повезет снизу. Это невидимость. Тоже прекрасная руна, и сейчас Пангалер имеет все шансы загангать луну, который 500 хп. Придется тратить ульт. Два даже ультимейта потратили, но убили керри, это того стоило явно, когда он в следующий раз собирался ревуч применять. Непонятно. Худвинг действительно будет играть через молнии, скорее всего. Да. Из-за чуть лучшего старта HF могут рассчитывать на комфортный для себя мидгейм. Тут главное откровенно не фидить, когда Панга и Тайд будут без ультов, как сейчас. А так там Худвинг еще не готова вступать в бой. Так, здесь кьюб. Надо уходить. Ультимейт пошел. Много урона наносит, но это так, размять слегка. Манореген. Низкий у Худвинг. Не хватает маны, чтобы постоянно спамить скиллами на линии. Очень хотелось спушить этот лайн, ту вышку. Поэтому постоянно... использовали снюки, и все, маны теперь не осталось. Неужели... да, он покупает Arcane Boots до того, как купит молнии. Возможно, он и прав, потому что... так, ты можешь продолжать. Вот так вот быстро справляться с крипами и быстрее просто вышку снесешь, а на молнии деньги рано или поздно накапают. Хотя молнии даже в ближайших драках могут быть значительно более эффективными. А глобал? Это что, Эмбера будут убивать? Это хорошая цель. И здесь супер удачная, конечно, точка для Пангальера, Эмберспирит. Да ладно. Он даже пожил, он даже нюки выдал.
Это позволяет в ответ забрать Пангольера. Это еще не конец, потому что появился Финсгрип. Бэйн только-только что уровень взял. И сразу же использует его. Даблкил достается Худвинг, и она возвращается в игру после этого ужасного старта. И вот уже 1100 сверху за счет даблкила. Здесь Луна пришла помочь спушить вышку, но что-то так неаккуратно он встал. Там Рэвидж есть. Луна должна умирать точно. Вопрос, кто еще? Ни одного тени тратить Рэвидж не хочется. Не, ну стоять вот так, бить тауэр, когда отсюда могут зайти. Телепортироваться всегда может кто-то. Очень небезопасная точка, так скажем. Тут-то у них что случилось опять? Просто сек. Обожаю это. В моей идеальной вселенной паузы, конечно, должны быть значительно меньше. Если это пауза из-за доты, то проблема у всех. Если из-за каких-то личных причин по типу интернета или выключился свет, тут извините. А тут даже причины-то как таковой нет. Просто пауза. Тут запрещены тайм-аут. А это очень похоже на тайм-аут. Ну вот, наконец-то наш админ спрашивает, что случилось. Ответ абсолютно поражает меня. Кое-какие проблемы. Какие проблемы? Чего случилось? Просто проблема. Ну, не должно так быть. Ну, проблема, ну и ладно, да, типа. Ну, камон. Снизу при пуше вышки убивают Бэйна, который тут почему-то остался. И вот уже больше 3000 в пользу HF. Тут в ответ, правда, вышка упадет. Но HF все замечательно, вот максимально. У них лейт безумно сильный. Мне он даже нравится побольше. Там Сайленсер и Тайдхантер, которые делают разницу. Какую разницу делают, я не знаю. Надо просто не ошибаться грубо, и тогда HF это возьмут, но на этом турнире всякое происходит. Падает вышка.
Так, соло-фраг сделает. Не факт. Задоджил курсу. И побежал, побежал, побежал. Потому что здесь может быть больше одного героя. Никого на карте не видно толком, кроме Тайдхантера. Ну все, команды поменялись сторонами, так скажем. Луна ушла в армию чужой лес плюс топ. Снайпер будет делать то же самое снизу. В этом плане, конечно, Дота... давно не меняется. Вообще, это напоминает вторую очень известную моба-игру. В том плане, что там ведь тоже гибкости как таковой нет из того, что я видел и... Нас здесь, конечно, можно там линии по-разному расставлять и все такое, но сценарий игры зачастую один и тот же. Перемещения по карте тоже в основном одни и те же. И только те, кто не боится экспериментировать, либо ты делаешь это идеально, да, и лучше, чем соперник, либо ты экспериментируешь вообще в геймплее на протяжении игры. Не просто там артефакты какие-то другие купил или героев каких-то других пикнул, а вот именно в стиле своем, если находишь что-то новое, неудобное, ведь... Все эксперименты это поставить соперника в неудобную ситуацию. И те, кто адаптируется, накажут, а те, кто адаптируется плохо, будут разгромно проигрывать. Как Team Secret Grand Final, например. Худвинг уходит. Ну, молния, Arcane Boots, это все та самая сборка. Просто дальше. Дальше снайпер отрывается от луны. У снайпера уже есть эти артефакты на фарм. Первым номером сыграть не получилось. Затягивать в лейт айви будут. Пусть попробуют. Буду очень удивлен, если HF с таким драфтом там, спустя 45 минут игры вдруг проиграет. Почему 45? Потому что, если честно, меньше не жду. Тенденция в последние дни такова, что карты очень продолжительные, серии часто играют со счетом 2-1. Или мне так везет. Напали на Худвинг. И Панга покатился, покатился, покатился. И должен, по идее, Худвинг здесь накрыть. Эмбер Спирит, кстати, пропал с радаров. Помните, да, как он вначале хорошо фармил? У него была статистика 0-1. Сейчас у него 1-3. И он тоже с молниями. Ему тоже надо покачаться. Он тоже не готов сейчас в бой вступать, потому что есть сайленсер. Неприятно играть против сайленсера. Панга тоже камбэкнул, уже опережает этого Эмбер Спирита. Да все абсолютно хорошо у Чиф, ну я не знаю, тут деритесь просто по кулдауну двух своих больших ультов, Global Ravage, и спокойно закрывайте. Да, там когда-то БКБ будут. БКБ будет у Эмбера, БКБ будет у Луны, это сейчас вообще первый приоритет на покупку среди всех артефактов. Худвинг не знаю, что себе будет брать. Но мне кажется, чтобы этот герой не купил, он все равно импакта столько же, сколько Тайдхантер еще и с командными артефактами даст. Ты грейвсы.
Это пайп, кстати. А там в основном-то магический урон слева. То есть физики только луна, которой нужны артефакт. Бейн ловит сайленсера. Но тут вопрос, получится ли убить сайленсера быстро. Да, через два ульта. Много очень потратили. Надо уходить отсюда. Айви и Чеф надо стараться наоборот ловить. И луна это хорошая цель. Луна умерла. Где Худвин? Где Эмбер Спирит? Почему здесь Дайр оказываются в пятером, а Рэдиан вдвоем? И не успевают перетянуться. А если не планировали, что здесь забыли герои Айви? Стоит Рошан, кстати. И HF Рошана со снайпером-то могут убить. Вопрос только, насколько быстро. Не быстро, очевидно. И Айви должны успевать помешать практически всегда. Рошана собирают. БКБ у снайпера. Тини вышел. Опять один. Я не понимаю этого. Вот, я этого никогда не понимал. Наверное, не пойму никогда. Почему? Если вы планируете драться, то вы это делаете всей командой. Если вы не планируете драться, почему один герой идет? Ну и ладно бы это был герой, которому просто там... незаметно подойти и попытаться ворваться, там, своровать Аегис. Но ты Тини, и опытная команда, видя всех остальных на карте, они там видели, когда на линию они выходили, да, и сплитпушили, просто отправят одного героя, вот, чтобы перехватить. И они перехватили этого Тини элементарно, он даже не смог прыгнуть. Здесь Эмбер Спирита ловят. Снизу ловят Пейна. Ну нет, Худвинг это отвратительное решение, сложную линию. Даже если они выиграют, это все равно будет вопреки. И не будет поддаваться вообще никакой логике. Я не понял идею. Где он Эгис потерял? Ну, значит, без Аегиса. Окей. Нападение от Пангольера. Ну и здорово. Вот она, Худвинг. Оцените импакт. Правда, здесь можно поймать самого Панга. Вот для чего пикался, в принципе, Бэйн. Ну, как же его выхиливают. Ну, подошел просто Тайтхантер, нажал два своих предмета. Тренд армор еще мог накинуть. Личсит использовал. Все, и Пангольер фуловый прям. Вот только что было меньше половины здоровья. Так, подходит HF к Т2 вышке. Прелесть снайпера в том, что даже без большого количества артефактов он может вот так стоять и издалека постреливать. И медленно, но уверенно он снесет тауэр. Тренд зацепил. Правда, погиб сразу же, и сайленсер отправился следом за ним. Давно Рэвиджа не видели? Есть пайп. Ксани. Вот он, Рэвидж пошел. Ксани нажимает БКБ. Луна, ты что будешь нажимать? БКБ будешь нажимать? Не будешь. Окей. Идем в Тайтхантера. БКБ не нажимаем. Погибаем. Спирит не может против снайпера один здесь вывести. Помогает Бэй, но у Бэйна нет урона с руки, поэтому это не считается. А вот Тини хватает урона со скиллов. Раскайтили. Все-таки удалось забрать снайпера. Правда, ценой саппорта.
Не, вообще можно было эпизод выигрывать разгромно. Нажми Луна БКБ. В упор подходит к Тайдхантеру, БКБ не жмет. Тени виражи тут наматывает какие-то по реке. Ну и тоже закономерно погибает. Ничего не поменялось в плане экономики. Ничего не поменялось в том плане, что Айви все так же тяжело будет отбиваться. Сейчас нет Рэвиджа. Как будто бы это шанс, но... Как же много нужно влить сейчас в Тайдхантера, чтобы принять его. У него, кстати, скоро будет блинк, если он его решится покупать. Я не вижу у него шарда, я не вижу у него блинка, я не вижу у него... Я вижу у него 3000 с лишним на руках. Он думает, он до сих пор думает, что купить. Вообще, и блинка форстав поставил, интересно, конечно. В последнее время меньше вижу аганимов у Тайдхантеров. Артефакт вообще прекрасный. С талантом на 15 уровне правым обязательно. Получается обилка. 400 урона с очень низким КД. 7 секунд всего будет. И с отличным дебафом. Самое главное UE обилка, которая позволяет с двух кастов убить тебе пачку крипов. Еще и очень издалека работает. Почти 10 тысяч в пользу HF. Они пушат вышку на топе. Осталось две внешних у Айви. Здесь очень глубоко получилось зайти, найти фраг. В любом случае, в полноценный бой сейчас вступать не хочется команде Айви. Они сейчас слабее. Ну, вообще непонятно, когда они сильнее будут. Здесь надо очень как-то непредсказуемо для соперника сыграть. А, купил Аганимси, окей. Думал, что купить. Купил просто Аганим Редкейком. Панга ее практически добил в соло. Даже как-то обидно, что ему не хватило. Так разыграл, все хорошо. Немножко отыгрались Айви последние минуты. За счет сплитпуша, за счет того, что заставляют соперника бегать за ними. Но при этом не погибают. Значит, делают все правильно сейчас Айви. Так, Тини погиб, но развел Пангольера на ультимейт. С другой стороны, Пангольер — это тот герой, которого КД ульта все-таки имеет небольшое значение. Так, там тем временем Худвинг минус. Почему я не удивлен?
снайпер доломал этот тавер. Рошан второй появился, правильно? Правильно. Это значит, что команда HF сейчас готова его забирать. Они сильнее в тимфайте, они без помех должны это делать. И вопрос, чем они будут заниматься дальше. Вот это самая главная загадка, как только команда берет второго Рошана. Сильная команда пойдет со снайпером бить ХГ. Неуверенная в себе команда продолжит фармить. И давать какие-то шансы. Если игра продолжится по той же схеме, что сейчас, вот прыгает Кьюб, он пытается, да, забрать Аегис, добить Рошана. Рошана он добил, но Аегис достается снайперу. Если продолжится игра по той же схеме, что HF гоняются за Эмбер Спиритом бесконечно, то, конечно... Айви это полностью устроит. Они будут продолжать вот так вот крипскипать. Аганим себе покупает Эмбер Спирит. Он просто качается, просто фармит. Без драк. У него в моменте было 1-3-2, по-моему. Сейчас 1-4-4. То есть, насколько мало киллов в принципе у нас в игре. Насколько мало их делает команда Айви. Бейн хороший герой против Пангольера, но Сайленсер такой же хороший герой против Бейна. Вряд ли здесь получится Финскрип долго продержать. Надо очень постараться. Держать после глобала. Эмбер, баш раз, баш два. Было бы забавно, если бы он отъехал сейчас. Сайленсер. Хороший очень фраг такой, да, без лишних усилий сделали. БКБ нажали, правда, на Эмбере. И у него маны не осталось, надо уходить, драки больше не будет. Эмбер Спирит слишком мне важен. Возможно, он сейчас вообще ключевой герой, потому что от Худвинка пока непонятно, чего ждать. А Луна, видимо, еще не готова, считает. Хотя фарм у нее хороший. Снайперу проигрывает совсем чуть-чуть. Пять тысяч остается. Это, напомню, команда с Аегисом. Ну вот, вот, вот. Сразу же от пуш пошел, а не что-либо еще. И Бейн здесь в позиции, но на снайпера не хватит. И тратить ульт, чтобы либо на глобал развести, либо, если повезет, выбить первую жизнь. Не знаю. Эмбер с огнем играет. Тейтхантера из-за такого билда нет возможности постоянно спамить первым и третьим скиллом, чтобы фармить. Чуть-чуть возросло преимущество, но они не сделают ничего с этим Аегисом, они будут ждать третьего Рошана. У Луны появляются своеобразные шансы. Я не знаю, на Луне ведь тоже когда-то можно даже блинк придумать с, ну, грейжиной, да, зеленый.
Это одна из опций, чтобы до снайпера добраться. А Эмбер тем временем себе уже рефрешер купил. Эмбер-то разгоняется. И вот если рассматривать второго кора Пангольера и Эмбера, Эмбер Спирит-то может быть даже поинтереснее. Эмбер на слотах очень страшные товарищи. Я тогда говорил про 45 минут в этой игре. Наверное, я готов уже поверить во все 50. Если сейчас Айви разгром на драку не проигрывают, в которую они, возможно, хотят ввязаться, так как смог нажали в пятером, панга здесь нет. Но, кстати, отсутствие панга — это то, что, может быть, им поможет. Правда? Не забываем, что аванпост захвачен, он прилетит туда. Если нужно, или вообще на Т1 вышку, которая до сих пор стоит. Вот она, Луна, здорово. Как же легко. Оцените импакт белки. Импакт всех остальных. Эмбер Спирит соло это не спасет. Против ДД снайпера подрались. Ну и отхватили знатно, конечно. Падает Т3. Теперь будут падать бараки. Ну и можно даже на вторую линию переключаться. Достаточно низовая карта получается по фрагам, но... всему виной очень посредственный драфт команды Ivy. Луна появится через 20 секунд. Видимо, будут отдавать вторую линию. Либо выкупится. Не выкупается. Тогда зачем драка, если она не выкупается? Это еще минус 2. Ravage Вембера. Главный герой. 85 секунд. Сдаемся. Идем на третью. Я думаю, нет. Два байбека. Луна сейчас будет. Но вы уже без двух сторон, ребят, остались. Белка там что-то кидает, кидает. Три 200 урона с нескольких нюков. Все, снайпер бьет. 50 секунд не будет Эмбер Спирита, снайпер просто бьет Т4. Правильно делает. Ему ничто здесь не угрожает. Там бабочка, там БКБ. Это кто был? Это Луна, если что. Та самая, которая фармила полчаса. Но это просто плохой герой против снайпера, и с этим ничего не поделаешь. Так сложно играть против снайпера, когда у вас только Эмбер что-то может, но остальные герои, увы, нет. Луна в первой стадии наказана, снайпера не забанили. Ну, такие очевидные баны — это Дроу Рейнджер, снайпер, иногда Медуза. Это просто как контрпики Луне. Падает Т3. И можно смело отойти. А можно развернуться на самом деле, даже без реведжа. Что снайпер вообще не подпускает Луну. Ни разу. Эмбер Спирит пытается вторым темпом прыгнуть. Получает глобал. Снайпера бьют, но он под щитом Трента. Заходит Луна, нажимает БКБ. Уже минус Эмбер Спирит. Главный герой. Очень много крипов рядом. Бимы летают, Луна погибает без байбека. Эмбер Спирит с байбеком Луна, она не выкупается. В этом, возможно, нет смысла. Они драку выиграли даже без реведжа. Это настолько легкая победа была для HF. 5-40 минут, но... я шансов тут вообще не видел с этой Худвин. Просто ноль импакта от героя. Играть... команда Айви может хорошо, но, как показывает практика, драфтить не всегда. Именно поэтому они в таком тяжелом положении в группе сейчас. 1-1. Ждем третью карту. Будем ее обязательно смотреть. Пока. Перерыв.